Ребята, Васька поймал еще одного кролика, еще более маленького. И вот старший кролик зализывает рану маленькому. Он сам ранен и насколько вот такая вот у животных взаимопомощь развита очень сильно. Вася. Еще одного кролика он поймал. И мы спасаем еще одного. Сколько же здесь кроликов этих? Не бойся. Ты спасен. Вот у тебя есть друг еще один. Теперь вам вдвоем веселее будет. Не бойся. Сейчас прогулочный у тебя здесь бокс. Такой маленький, что пролез даже через клетку. Главное, чтобы его Васька не поймал опять. Ну беги, с Богом. Побежал.
Вот это мелкий. Даже через вот эту вот клетку пролез. Надеюсь, Васька его не поймает больше. Только я его отпустил, вот уже он опять его поймал. Вот кролики, которых он поймал, и я спас. Они поелись под редиски, был целый пучок листьев, полностью все выгрызли. Значит, жить будут, сейчас отдыхают. Ну, хищник, нельзя, Вася. Нельзя, нельзя ты такой, нельзя. Нельзя. Так, надо их немножко вот подкормить морковочкой. Растущий организм. Все, теперь у них есть запасы.